со своим ружьем. Thank you.
Боже Твой.
Мнино
речиться в Царстве Небеснем, а иже сотворит и научит, сей вери наречется в Царстве Небеснем. Славим Тебя, Господа и Спасителя нашего, во веки веков. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Thank you.
якода под державою Твоею всегда храними. Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, священного архимандрита и господина высокопреосвященнейшего митрополита Германа, да поминен Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Монашеский чин и бречи церковный, всечеснаго настоятеля протоиерея Олега, братья прихожанами святого храма сего, зевающих, предстоящих, молящихся, вас всех православных христиан, да поминет Господь Бог во царстве Свое, всегда ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
Небесное Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами.
только один. Высокопреосвященнейшего Федора, митрополита Волгоградского и Камышинского, и Боже даруй святые Твои церквам в мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, право правяща, слово Твоя истины. Господина нашего высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Волгоградского и Камышинского, приносящего святые дары сия, Господи, Богу нашему. Благотворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков.
Тайн Божий причастный я,
Ищи молимся, Отче праведнее, о еже церкви нашей святей, до скончания века утверждений бытий, Отечеству же нашему мир и пребывание в правде Божией спроси, если зол сохрани, да так о народе нашей Богом храними, в единомыслии веры о всяком благочестии и чистоте, в лепоте духовного братства, трезвении и согласии свидетельствуют, яко с нами Бог, тем же живем и движемся и смы, и пребудем во веки. Нашего Иоанна, архиепископа Константинограда Златоустого, святого праведного Иоанна Кронштадтского, Его же и память не совершаем, и всех святых помилуй и спасет нас, яко благ и человека Иоанна Кронштадтского, одного из удивительнейших русских святых XX века. Иоанн Кронштадтский во многом изменил церковную жизнь и отношение современников, по крайней мере, к двум таинствам.
таинству покаяния и таинству Евхаристии. Мы знаем, что уже к концу 19 века, через века 20-го, православная церковь сохранила более форму, нежели содержание. И хотя во всех институтах государственных практиковалась исповедь, богослужение, участие в духовных таинствах, это больше было по формальному признаку, по обязанности, а не по движению души и сердца человека. Мы знаем с вами, что насильно невозможно заставить любить ни Бога, ни человека. И вот стала охладевать любовь в сердцах наших предков, оскудение веры, которое повлекло великий страшный переворот государственный. А святой праведный кронштадтский пастырь собирал тысячи людей на свои богослужения, потому что люди слышали в нем живое слово, слово веры, слово любви, которое вдохновляло каждого человека, давало ему надежду. И хотя не мог отец Иоанн не только благословить, но и дотронуться до каждого человека, но его слово по принадлежности сугубо благодати пронзало совершенно всех, безразличных не было. Даже секта такая появилась, ионитов, которые почитали, что сам Сын Божий в лице Иоанна Кронштадтского проповедует и совершает служение людям. Конечно, это были крайние, неправильные формы, но это говорит о великом значении служения отца Иоанна. Если раньше было принято причащаться один раз в год, ну, может быть, четыре раза в год в течение всех постов церковных, то он убеждал о том, что воскресный день есть время, когда мы все должны стремиться к общению со Христом в удивительном таинстве Евхаристии. И вот то, что мы сейчас с вами здесь, в этом храме, посвященном имени этого великого пастыря, то, что мы собрались у чаши Евхаристии, и теперь все соединились в Христе, конечно, благодарим Бога и Его угодника. Мы надеемся, что хотя бы частичка Его любви к Богу, к Церкви и к ближнему останется в каждом из нас. И это семя веры должно произрастать и приносить добрый плод у каждого в свою меру. Как говорит Евангелие, около 30, около 60, а у некоторых и в 100 раз. Но Святая Церковь, оставляя нас на путь истины и ограждая от греха, предлагает не только образ страшного наказания, но и благого воздаяния в будущем веке. И вот некоторые проекции этих будущих воздаяний мы можем наблюдать и в нашем современном мире. Сегодня мне хотелось поблагодарить за службу, верность и любовь Святой Матери Церкви в первую очередь одного из благовейнейших пастырей нашей епархии, настоятеля храма сего Ирея Олега Иващенко, и наградить его медалью Волгоградской епархии священномученика Николая Попова, третьей степени.
Аксиос, 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 Аксиос. Архиерейская грамота награждается Кирилле Казанского кафедрального собора города Волгограда протодиакон Сергей Колосков. Аксиос, 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 Аксиос. Невозможно не сказать слова благодарности за совместное служение нашему государству, нашему народу, вот содружестве двух властей в этой симфонии. Главе администрации Тетрозаводского района города Волгограда Романову Игорю Александровичу. Аксиос! 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 Начальнику тракторзаводского территориального управления Департамента образования администрации города Волгограда Калинину Андрею Борисовичу. Аксиос! 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 И учителю музыки средней образовательной школы номер 88 города Волгограда Самигуриной Валентине Михайловне. Аксиос! 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 Ну а всех вас, дорогие братья и сестры, еще раз сердечно приветствую, поздравляю с сегодняшним праздником, с Малой Пасхой, которая является каждое престольное торжество. Обещайте нам сугубо смирение святых Христовых тайн. Вы слушайте благодарственные молитвы после святого причащения. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи Боже мой, я не отвернул меня все грешного Бога, но общениками быть освятить твоих слабого Господи, благодарю тебя, как мне не достойно Бога, причастись от причастных моих и небесных даров, Божьих Господи, но владыку, человека любви, нас ради умели же и воскресы, даруй нам страшное, все же перечитает твое благодеяние, освящение пустили с нашей, да, мы здесь в любви выстояли, чем грешие дела, погнали, все же соблазни, многосоцветение, учительство моего, мир душевных моих сил, верный последний уровень всемирного исполнения, премудрости, соблюдения царских своих, приложения, соответствия, соответствия, для людей, благих, и обеспечение кредитных и проектных своих дань, молю Бога для благой Твоей залюбки, сохрани меня под кровом Твоим. И молни Николаев, я здесь, дело Твое святое, Господи, и Христе Боже нас, да будет вечный утешение, радование, время. Благодарю Тебя, Господу, любви, Ты, недостойно Богу, слава, Богу, и Святой, Отче наш, и жизнь, и небеси, и господица, имя Твое добрение, царство и воля Твоя, воля Твоя, яко на небеси, и на земле, и хлеб наш, и даже на здесь, и от сами нам. Thank you.
воскресе! Воистину воскресе! Thank you.